И о погоде. Штормовое предупреждение объявлено в понедельник в 15 регионах страны. Дождь и град ожидаются в северных, западных и центральных областях. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. Грозу и шквальный ветер синоптики обещают также в горных районах Южного Казахстана, где при этом сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестанской области возможна пыльная буря.